Ну, а перед началом данного видеоролика, ребятушки, не раз вам рекомендую канал Бай Браво. Парень реально снимает очень годные сервера по Counter-Strike 1.6 и не только. То есть, смотрите, залетайте, ребятушки. Сейчас у него проходит конкурс на 8 привилегий, то есть босс привилегий. Обязательно, кто хочет поучаствовать, залетайте на канал. Пишите в комментариях, что вы от Рамзеса, то есть просто я от Рамзеса, и все. Ссылочку на канал оставлю в описании. Йоу, ребята, у микрофона по-прежнему РМЗС, и мы возвращаемся в КС-очку, ребят, продолжаем играть на моем серии, эволюционный паблик, айпишка, группа серая, вся со мной, все остальное под описанием, ребятушки. То есть сервачок со скинами, как в CSGO, онлайн здесь 20 человек, то есть уже играют, посмотрите, вот сейчас я вам покажу онлайн, и вот эволюционный паблик 22 человека, считая то, что сейчас, то есть обед по московскому времени, все на учебах, и онлайн уже такой, то есть все скины, ребятушки, тут можно копить скины, вот деньги в левом углу, убивая противников, и можно покупать себе скины, вот, к примеру, АК-47, к примеру, Кровавый спорт, вот 20 тысяч стоит, можем посмотреть, как он выглядит, вот так, то есть все скины, все показано, то есть очень таки круто, я считаю. Вот так, ребятушки, так что залетайте, играйте вместе со мной, будем играть, выживать и все такое. Как начинается, ребятушки, раунд, как начнется, я сразу же включусь. Так, все, ребят, начался раунд, мы берем, что закупать будем, наверное, дигл сразу, 15 секунд прошло. Так, все, победили КТшники, все отлично, сейчас ждем нового раунда. Я что-то прозевал, все, давайте закупаем броню только, и все, больше ничего нам не нужно. Побежим, ребятушки, наверное, зигу смотреть. Давайте, что мы возьмем? Давайте через VIP-меню возьмем кала, нет, калашек не будем брать. Давайте возьмем АВП-шку, то есть АВП-шку, с АВП-шкой будем стоять. Так, Dragon Lord, то есть все скины как в КС-очке Go, ребят. Давайте ку-ку напишем, просто многие там писали. Так, дальше что у нас? Воскреснуть, все гранаты есть. Давайте все гранаты возьмем, все около меня поставили. Так, давайте дальше. Через админ не бесконечные патроны, тихий шаг, также 15... патрон возьмем, мега прыжок, и через лорд меню возьмем банихоп, скорость уменьшим, разброс, и все, ребят, начинаем тащить, смотреть, минус один, делаем сразу же, автоматически практически, ай, давайте сейчас гранаты кинем, вот так, ай, ё-моё, чё происходит, ай-яй-яй, блин, убили, террористы победили, вот так вот, сейчас будем что-то предпринимать, ребят. У нас 13к, F1 нажимаем. Но эмочка, у меня скина нет. Магазин скинов, эмочка. У меня огонь чантика есть. Экипировать, вот так вот. И все, давайте попробуем сейчас затащить, ребят. Посмотрим, что из этого выйдет. Давайте вот так встанем, будем смотреть на зигу. Так, на зиге. Или, блин, давайте, у нас же мега прыжок есть, ребят. Мы можем вот так сделать. Ух ты, я все понял, у нас 35 кп остается, и мы должны, так, у нас бесконечные патроны, вроде бы, без перезарядки, сейчас должны глушак наденем, и с глушаком попробуем, и есть Рома, давайте напишем, да, что-то пишут Рамзес и есть Рома, да, то есть вот анимация, можно нажимать на кнопку, и анимация такая происходит, ребятушки, то есть все очень круто, вот онлайн очень крутой, так, кто-то был там, вроде бы, ставит бомбу. Так, я это увидел. Так. Ой-ой-ой, блин, убили. Или я не убил никого. Да, меня только убили, ребят. Он не фейк. Да, ребят, я не фейк, не бойтесь. Сегодня видосик выйдет, увидите. Так, вот такой, блин, коллаж просто мега крутой. Он что-то завис, ребят, но ничего страшного. Когда видео, давайте напишем сегодня. Видосик наш будет. Так, с прострелом дает. Он не понимает, откуда и убивает. Боже, как такое возможно? Такая в конце заставка, анимация, то есть очень круто. Таки Б8-2 и сразу же побежали. Н7, давайте АВП-шку возьмем, ребяшки. И я побегу, смотрите, куда. Вот сюда, опа, запущусь на шорт и сразу же сделаю килл. Смотрите, ребят, никого нету, чё? Серьезно? Ай, минус один, минус два, бомба у меня, ребят, бомба у меня, минус три, ребят, минус три. Так, дальше что у нас, чё дальше? Минус три, дальше куда? Дальше побежали на лонг, чё по лонгу слышно? А где все? Где все? Сейчас. Ух ты! Минус так. Ой, не промахнулся. Вот так. Так, не, мимо. Смотрим туда, смотрим, ребят. Так, там кто-то есть. У нас гранат нету, проверить. Давайте будем аккуратненько шифтить, что ли. Я не знаю, куда тут. Ух ты, я, изи. Затащил просто, сколько я киллов сделал, ребят.
Пилов 5 точно, то есть вообще прям по-жесткому. Так, побежали, сразу же попробуем еще раз на шорт, посмотрим, что из этого будет, ребят, вообще будет ли что-нибудь. Может, они сейчас чекать будут, если нет, то будет очень-таки круто. Так, никто пока что не выходит. Опа, попал. Попал, у нас дигл есть. И 90 хп. Ух ты, сколько он мне снес. Ёшкин, матрошкин, ты что ты будешь делать? Так, он убил меня, убил. Еще карта меняться, продолжение. Давайте попробуем за продолжение. Так, ну, скорее всего, будет меняться карта, ребят. Скорее всего, будет меняться карта. Кто-то на спауне есть, вроде бы, вот он АФКшит. Убивай. Ну, убивай ты, найс, убил, красавчик, Лева. Так, что там дальше? Еще один или это... А, да, все, это он просто не прогрузился, пропал. Так, уже они зашли на плент вроде бы сейчас, и у нас осталось два человека, да? Два человека осталось, сейчас посмотрим, что из этого получится. Без головы у меня что-то лежит. Или это КС-очка такая, или что, я не знаю. Так, ну заходи, Лео, заходи. Ух ты, сзади обходит игрок с привилегиями, хотел взять, но может не получается, и террористы побеждают. Вот так, блин, ребят, ну думаю, можно заканчивать на этом серию. Завтра также будет серия, давайте вот выдадим свои эмочки, то есть дроп пораздаем, что вот возможно вообще вот так. Все, ребятки, буду на этом заканчивать, всем спасибо за просмотр, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, ребятушки. Ну а с вами был я, Рамзес, всем удачи и всем пока. Пока-пока.